Голоса тысяч выпускников и родителей, подписавших онлайн-петицию с просьбой об отмене БАКа. На том основании, что онлайн-режим образования снизил качество учебного процесса, услышаны не будут. После подписания Санду указа о распуске парламента стало ясно, что инициатива по СРМ отменить БАК, а также экзамены в средних и начальных школах в этом году не будет иметь шансов на успех. Все потому, что за проект не проголосовали ни в одном из чтений, и он больше не может быть одобрен депутатами. Один из авторов инициативы заявил нашему телеканалу, что это следствие политических амбиций Майи Санду. Мы не говорим только про Кишинев, мы говорим про всю страну. Потому что если в Кишиневе ситуация с компьютерами, с дистанционным обучением плюс-минус неплохая, то в республике есть огромное количество населенных пунктов, где элементарно у детей нет компьютеров, ноутбуков, и они не могут подключиться к образованию. Она решила так, значит так. Опять же, в очередной раз говорю, сейчас вся ответственность и за БАК в том числе, и за те инициативы, которые по решению ее Конституционного суда, который сейчас выступает в роли марионетки Майи Санду, сейчас легла на плечи президента. В связи с этим сессия на степень бакалавра запланирована на период с 4 по 22 июня 2021 года. Более подробную информацию по этому вопросу представит Министерство образования, культуры и исследований. Напомним, ранее Национальный совет молодежи объявил, что 95% выпускников страны не готовы к сдаче выпускного экзамена. Мы пытались связаться с представителями администрации президента за комментарием по этому поводу, но пока на наши звонки никто не ответил.